Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Микс Рецептов. Сегодня на завтрак я решила приготовить вкусные, нежные, аппетитные оладушки из кабачков. Кабачки в этом рецепте можно использовать абсолютно любые, так что оставайтесь со мной, будем готовить вместе. Кабачок моем и чистим его от кожуры и семян. Если кабачок молодой и семена маленькие, то чистить его не обязательно. У меня кабачок постарше, поэтому мякоть с семенами удаляю ложкой. Затем натираем кабачок на крупной терке. Добавляем к тертым кабачкам чайную ложку соли. Все перемешиваем. И оставляем на столе на 10 минут. За это время кабачки пустят сок, потом нам его нужно слить. Если этого не сделать, то оладьи из кабачков будут разваливаться в процессе жарки. Для удобства я выложу натертый кабачок в дуршлаг, чтобы наш сок стекал. Тем временем чистим и меленько нарезаем чеснок. Также вы можете меленько нарезать любую зелень, петрушку, укроп или кинзу. И также еще я меленько нарезаю лук. Количество лука, чеснока и зелени зависит исключительно от вашего вкуса. За это время кабачок пустил сок. У меня вот столько вот его получилось. Можете еще вот так вот немножко поприжимать кабачок, чтобы лишняя влага вышла. Перекладываем его в ту же миску. Дальше отправляем сюда мелко порезанный лук и чеснок. Добавляем 2 яйца. Перчим по вкусу. И понемногу начинаем добавлять муку. И все перемешиваем до однородной консистенции. Количество муки будет зависеть от того, насколько хорошо вы отжали кабачок. Все, наше тесто для кабачковых оладий готово. В сковородке разогреваем немного растительного масла. И столовой ложкой выкладываем наше тесто в виде оладушек. Обжариваем на среднем огне до золотистой корочки. И аккуратненько переворачиваем на другую сторону. И обжариваем до готовности с другой стороны. При необходимости подливайте растительное масло. Жарятся кабачковые оладьи достаточно быстро, в течение 1-2 минут. Все готово, перекладываем оладушки в тарелку и начинаем обжаривать оставшееся тесто. Получились ароматные и нежные оладушки из кабачков. Я их буду подавать со сметаной. Так что обязательно попробуйте приготовить, получаются они очень вкусные. Кто не подписан на мой канал, подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Мы побежали завтракать. Я вам тоже желаю приятного аппетита и всем пока!